уже побывали в городе Владикавказ, который меня очень впечатлил. Это замечательный живописный город, где отличная, замечательная природа, которая находится в контрасте с невероятными достопримечательностями, отражающими культуру, богатую историю этого народа, этой замечательной республики в составе России. И я очень рада, что я оказалась здесь, и мне очень хочется посетить другие места, познакомиться поближе с культурой Северной Осетии, Алании, и запомните это путешествие как что-то новое, интересное и замечательное. Меня очень впечатлила осетинская кухня, которая показалась мне схожей с кухней моей родной страны, Республики Молдовы. И я считаю, что это также одно из достояний этой замечательной республики, чем она может гордиться.